Меня зовут Лиза Агрова, мне 17 лет, рост 158 сантиметров. Я учусь в 11 классе, занимаюсь живописью, вокалом. Раньше занималась танцами, акробатикой. Мне всегда нравилось играть в кино. Самые запоминающиеся роли «Долгий путь домой», я тебя никогда не забуду. Я тогда была еще совсем маленькой, беззубой, веселой девчонкой. А последняя моя роль — это «Небо измеряется милями».